Посполитая общими усилиями. Я Литва, Никита Польша. Какая-то историческая пурга, я ничего не понял, что сказал Андрей. Ну, в общем, мы идем пансионат. Пансионат называется Полушкина. Полушкина. Слишком много говоришь, Никита, слишком много. Да. Я там не был, но я был здесь рядом, в пансионате Голубого озера. И, возможно, мы сегодня туда еще заглянем. Там рядом, там интересно. А тут я еще не был, поэтому сначала сюда. Вот. Если останется время и не стемнеет, конечно же, зайдем посмотрим. Да. Так вот, такие дела. Так что, пацаны, заброшка. Да. Построен он был в 1941 году, как раз перед самым началом Великой Отечественной войны. Все, ребята, а теперь мы пойдем внутрь. А теперь настало время моего самодельного агрегата. И что это такое? Это Night Vision камера с инфракрасной подсветкой. Набор собери сам. Я у мамы инженер. Да. Когда инженеру нечего делать, и всю зарплату он спускает на Алиэкспресс. Это очень полезное хобби. Ну, в профессиональном плане, да. Я много чему научился. Что, пойдем? Сейчас. Спущу. Вот, смотри. Разбери. Вообще она питается отсюда, но я просто забыл. Two hours later. Да. О, Никита наконец-то запустилась. Снимаю блокировку клавиатуры. И можно снимать. Вперед. Когда будет темно, можно будет включить инфракрасную подсветку. Выглядит она вот так вот. В общем, Никита молодец. Классную штуку сделал. Да, заходим в это здание сталинского ампира. Главное, чтобы там ничего не обвалилось. Буквы какие-то лежат. Да, некогда это был красивый, роскошный дом. Смотри, как хорошо видно. Чувствуешь разницу? Да. Все вывезено. Все вынесено. Что-то уже и совсем разрушено. О, здесь были мстители. Avengers. Нормально тут. Тут деревья растут.
Но в некоторых местах, конечно, она уже провалилась. Да, кстати. А может, тут вытяжки какие-то есть? Да, там вот внизу братская могила. Интереснее становится. Сюда явно стоит. Ну, во время войны здесь проходила линия обороны Москвы. Скорее всего, там и лежат защитники этих рубежей. Тестируем джозбокс. Я не знаю, как сейчас будет он работать, потому что питание работает не так, как надо, потому что я забыл кабель вовремя. Шутером я опаздывал. Да, надо было перчатки брать, Никита. Камера полностью себя оправдала, камера записывает шикарно. Но без звука, к сожалению. Но это мы исправим, просто диктофон рядом будет в кармане висеть и потом накладываться. Ну, надо начинать. Включаем. Звук есть. Да, слышно. И теперь начинаем. Насколько я тут много заброшек. Вот там заброшенная школа. За ней заброшенный пансионат. Масштабы этих заброшек, которые здесь находятся. Это заброшенный детский лагерь, гигантский, в несколько корпусов. Достаточно свежий. Тут заброшенный дачный дом. Там заброшенная школа. А за ней заброшенный пансионат. И где-то тут еще пансионат рядом Голубого озера. Тут столько заброшек, что, блин, за один день обойти. Очень масштабно.
такой вот детский лагерь. Детский Андрюха.